Про домашніх улюбленців, про людську відповідальність та людську доброту ми будемо зараз говорити із засновницею Дніпровського притулку для тварин Пегас Оленою Русіною. Доброго ранку! Доброго ранку, Олено. Розкажіть у нас таке традиційне запитання. Як ви прокидалися? Як пройшов ваш раночок з хорошого настроєння і чашечки гарячого кофе. А теперь нетрадиционное традиционное запитание. С кем вы до нас сегодня завитали? Кто сидит у вас на коленках? Ну, это маленькая девочка. Ее зовут Малышка, потому что настоящее имя даст уже ее будущая семья. Она попала к нам с улицы, ее подбросили в коробочке с братиком под клинику. То есть так обычно поступают люди с домашним нежелательным приплодом. Вот она осталась одна, братика мы пристроили, и малышка. Вже забронюрована, у нього є сім'я, во ж вони ждуть всі прививки вакцинації і поїдуть в новий дом, в нову сім'ю? Ми сподіваємося, що її пощастить, і нова родина її прийме, і вона стане справжнім таким членом сім'ї. Ми вже тут відмітили такий спокій тваринки, тому що дійсно вона дуже так смиренно сидить і можна їй запропонувати також роботу модель. Я думаю, це теж скоро стане актуально. А скажіть, будь ласка, які в неї ще є такі особливості характеру? Чим? Как вы ее можете ее характеризовать? Ну, смотрите, она достаточно для своего возраста умная, она просится в туалет, она спокойная, у нее очень такой благородный характер. То есть я думаю, что она будет не ребенком егоза, а будет очень такой вот собачкой. ну, спокійна. Самостійна. Да. А якого віку вона, я розумію, трохи важко визначити конкретно такий точний вік, але ну, приблизно. Ну, смотрите, ми э, думаємо, що я 3,5-4 місяці. Угу. Ну, це ще маленьке воно таке. Маличка, ну, Малышка, вже возраст, вже, який показує свій характер, вже mm -hmm. індивідуальність свою. то Тобто тут вже видно. Розкажите, будь ласка, трохи про притулок для тварин який вы заснували по-перше як давно он існує, и як виникла идея его створити? Ну просто так приюты не открываются что так этому шло Я думаю что все вот что происходит в нашей взрослой жизни все было с детства идет с детства мне нравились животные. Я во дворе гуляла с собаками беспризорными. У нас свои были такие игры. Какая собачка заболеет, у какой что. То есть я все им помогала. То есть для меня это было не безразлично. Такие вот уличные животные. Хотелось им помочь. я мечтала. Это была моя мечта с детства им открывать, помогать более масштабно, то есть чтобы у меня был приют. Но целенаправленно к этому я не шла. Расскажите кто вы за профессию и как вы поедете свою какую-то основную такую деятельность с этим притулком, с этим волонтерством? Ну, у меня два образования, тех, технологическое и не неоконченная ветеринарная. То есть ветеринарная я хотела закончить, потому что у меня был уже приют. То есть хотелось больше знать, больше понимать, больше разбираться. Вот. И сейчас все свое свободное время у меня забирает приют. То есть когда это было до 60 животных, они были у меня на даче, я могла больше себе позволить, и больше у меня было свободного времени. Сейчас у нас огромное количество животных, до 400 то есть такое количество животных, оно забирает 24 часа в сутки. А кто сам там есть? Там лишь песики, или, может быть, и другие? с песиков я начинала, с котиков, лечения, все остальное. Приобретала опыт, пристраивала их, искала им дома, хорошие семьи. Но у меня всегда были мысли о том, что как помочь другим животным. Это лошади, дикие животные, которые, в принципе, у нас мало кто и помочь-то может. Вот и к этой идее я долго шла, чтобы созреть, потому что это большой шаг, это большая ответственность, помогать вот лошадям, коровам, козам, лисам, это все дикое, надо все это понимать. Ну вот шаг первый был сделан, и пошло вот этому приюту, где именно разные животные, от диких птиц до кошечек, крысочек, почти четыре года. То есть четыре года маленькими шагами мы идем к благоустройству. Спасено большое количество животных. Много животных нашли свой дом. Много животных осталось у нас уже на доживании. Это старые животные, животные-инвалиды, которые уже, в принципе, будут до своей смерти в приюте. Дивовижно, як как вам вдається доглядати за всеми этими тваринами, потому что все они, так, усі вони очень разные, они индивидуальные, за каждым потрібен особливый догляд. То ви есть вы выучаете, вот прям. Вы все правильно все... говорите, да. Ну возле меня собралась такая команда помощниц, помощников, девочек, которые вот больше понимают, допустим, в птицах, больше понимают в хищных животных, кто-то лучше в лошадях. И мы, я, естественно, что всех объединяю, я со всеми животными работаю, вот. Но вот это разделение: кто-то занимается котами, кто-то занимается собаками, конями, это облегчает, в принципе, всю работу. Чи часто до вас, взагалі от так вот, с проханием надать притулок притулок тваринам. И чи бывают такие выпадки, когда вы людям відмовляєте? Да, как фраза мне это не нравится, приют не резиновый. Но вторая фраза если мы уже знаем об этом, помочь и спасти придется. А вот, отказываем в редких случаях там, где я вижу наживу, да, когда, к примеру, человек хочет продать с выгодой для себя, допустим, лошадь, да? вот он хочет 20-25 за нее тысяч. Мы выкупаем животных, которые идут по цене, то, что они сдают мясникам. То есть, чтобы животное дожило в приюте, и хозяин, если хочет действительно, чтобы оно попало, он дает сроки, чтобы мы успели собрать деньги и выкупить это животное. так, в принципе, мы всем стараемся помочь. Вот цікаво, взагалі, как происходят такие першочерговые процессы? То есть до вас потрапила какая-то тваринка в притулок, и что происходит с нею с самого начала? Что вы делаете? Смотря какое животное по какой причине попало. Если это сбитое, травмированное животное, да, сначала, конечно, оно попадает в клинику. Э с клиники на реабилитацию оно приезжает на передержку, где девушка занимается именно восстановлением, чтобы в приюте не занимать, не забирать время наше, потому что мы должны уделить много времени другим животным, чтобы они были сыты, чтобы они были чи чистые, чтобы они были. Э Старые животные, процедуры разные проходят. вот Поэтому э, такие на реабилитацию попадают вот на эту передержку. Потом уже э, они попадают в приют. А там как получится? Или найдем дом, или оно будет там просто жить. Расскажите про остальных выхованцев, которые потрапили до вашего притулка. Кто это? Это корова. <laughs> Серьезно? Да. Попала к нам корова. Да, но мы не ожидали что-то там нам нужно было обследовать ее, вот как коровам положено. Это наша первая корова, мы начали изучать этот вопрос, перестали ее бояться, вот и сдали кровь, и врач нас обрадовал, она оказалась, что она беременна. Вот получ... но нас Шоу это вело в шок, да, вело двойной шок, то что она вообще беременная. Значит, от недели первой кровь у вас будет нельзя. Да, не знаю. Вот, а второй шок, что вот как можно было, мы ее выкупили у мясника, то есть как можно было. Ну, на мясо сдать беременную корову. Но ну, это человеческий фактор, и такое вот случается. Ну, корова, корова — это взагалі что-то удивительное. Я не уявляю, как у вас там все поедутся, собаки, коты. осли, кор... мули, осли. лисы, му... еноты, барсуки, орлы, Вот сейчас я грачи. в шоке <laughs> честно. Нет, як такое я представляю, что из такой количества разных тварин, это очень сложно себе взявити. Знаете, вы на кого схожи? Вы очень схожи на Белоснежку. Честное слово. Во-первых, так у вас, вас зачистка, вот точно, как в ней. И вы очень полюбляете тварин, а они вас. Ну, это доля, я считаю. Не иначе. Ну, я вам говорю, это все с детства это доля. <сум> вот. И получается, самое интересное, что у нас 240 собак. Это много. Это все пролеченные в основном так просто они туда не попадают. То есть что-то с ними произошло. Вот, вот с этим мы количеством боремся путем, путем пристраивания в семьи. Мы, конечно, подбираем, чтобы с ними было все хорошо и не получилось какой-то неплохой ситуации. И чтобы они подошли в семью, мы очень тщательно рассказываем о характере, о повадках, вот, потому что в семье могут быть и дети, и пожилые люди, и собачки бывают вот спокойные, как эти, бывают, как дети егозы, не, не усидеть не на месте. Но людям нравится одним только такие беспокойные, другим только спокойные. И вот мы большое уделяем вот этому моменту вре время, чтобы правильно подобрать вот семью и правильно подобрать животных. А как часто взялі, люди приходят до вас, до вашего притулка для того, чтобы себе найти такого нового друга? Ну, наш приют просто за городом находится. А у кого есть машины, кто такой быстрый, смелый, для них это ничего не стоит, приезжают люди. Не так часто, но приезжают. Многие просто знают, что мы проводим акции по пристройству в одном и том же месте, на инженерной. Вот. И туда целенаправленно приезжают вот... Если таких собачек нет, как они хотят, из 240 можно выбрать. Поэтому мы им подбираем и на следующую акцию привозим уже знакомых с теми животными, которые, как мы думаем, им подойдут. А какая есть тенденция? От кого легче, скажем так, пристроить? Все-таки песики, какие еще маленькие, детлахи. Або и дорослых собак берут? Також. По моему опыту, очень неплохо и очень хорошо берут уже взрослых животных. Не хотят люди и нет времени, не, не, не то может время заниматься малышней, вот. и по взрослой собаке уже действительно там год-два собаки, по ней виден ее вид, ее характер, ее mm -hmm. рост, то есть тут э, не ошибешься. Мы даем время, неделю, две, три, с человеком мы на связи, как она себя ведет, корректируем чуть поведение, если как-то не так. Потому что собачка привыкла жить к приюту, она привыкла к определенным людям, к режиму приюта, там по времени всю еду дают за ними. И тут она попадает совсем в другое место, она немножечко может растеряться, но это тоже зависит от характера. Есть такие собаки, которые везде хорошо. А чи бывали выпадки, когда вам поворачивали? Да, у нас недавно был такой случай. Я не могу сказать, вроде бы как с людьми стараешься аккуратно подобрать все-таки общаешься, но иногда ошибаешься. Нам недавно вернули собачку с села. Мы пристраивали просто в своем же селе собачку. Вот вроде люди хорошие, вроде все. И нам ее вернули перепуганная, она какая-то худая, зашуганная. Вернули по причине то, что она им другую привезли собаку. То есть, ну, непонятно, что произошло. Мы как бы даже и не проверяли эту семью, думали, все нормально, хорошо. Это была моя ошибка, конечно. Теперь будем более бдительны, чтобы такого не допустить. Дійсно, мабуть, різні випадки бувають. Можливо, на практиці така, не знаю, спілкування господарів із новими цими їхніми друзями не зовсім сходиться. Я не знаю, як ви, але я не можу просто спокійно дивитися на цього цуцика, тому що Ми не знаю. постійно посміхаємося тут з Владом. настільки вони несуть таку позитивну енергію, настільки добро. Справді, якби була можливість, зібрала б усіх тваринок світу. до Себе знаєте, як на Ноїв ковчег, отак от, от тільки квартира, але на жаль, всі, всі не помістяться, особливо корови, так от взагалі з ними буде думати А Скажіть, будь ласка, от ви напевно часто бачите десь по вулицях ну, безхатніх, таких безпритульних тварин, це не лише собаки, як ми вже дізналися. На ваш погляд, як можна взагалі виправити цю проблему конкретно у нас в місті, у нас в Україні? Ну, смотрите, с этой проблемой, вот если взять наш Днепропетровск, у нас очень активные, сильные, хорошие волонтеры. Я думаю, что более 10 лет они массово продолжают и сейчас стерилизуют собак и котов по улицам. То есть за это время уже можно было стерилизовать, не знаю, весь город, потому что действительно крупные организации целеустремленно они их каждый день стерилизуют. То есть со старыми клипсами тех собак я не вижу вообще. То есть их или вытравили, или они погибли. То есть то был напрасный труд. А как попадают тогда новые собаки? Получается, мы сами безответственно, люди, у которых есть домашние животные, безответственно относятся к вопросу о стерилизации. Я не знаю, вроде бы сейчас есть интернет, много об этом говорят, волонтеры стараются проводить. я каждый раз рассказываю об этом. То есть все это вина человека, вина наша. вот когда мы стерилизуем всех своих домашних животных, начнем с себя, вот тогда они прекратятся на улице. Мне интересно, рынка, вот они вас познают, уважают вас своей вот, матусой-рятевницей. Бывали такие выпадки, когда вы дивитесь в очи и не понимаете, что вот они вас також же понимают. Ну, конечно. Я вообще с собаками хорошо нахожу общий Мы язык. Бачимо. Я вижу по глазам, я вижу полностью по поведению, по психологии собаки. А они тоже чувствуют. То есть они чувствуют, идут на контакт. Да, есть разные проблемные животные с некоторыми Годами нужно договариваться. Вони тебе зустрічають, руки лежать, але не даються. Олена, дуже дякуємо, що ви до нас прийшли ще з такою маленькою моделлю, з малишкою. Ми дуже вам вдячні за вашу роботу і сподіваємося, що завдяки вам у нашому місті буде більше щасливих людей і тварин. І до речі, так як у нас сьогодні відзначається день моркви, ми хочемо вам подарувати таку морквитку. Я думаю, собаки навряд чи їстимуть, але коні, от коні якраз можуть з приємного їм, так смачного. Вам з фотографії присла. Обов'язково да. давайте вашу <ріст> Хорошо, дуже дякуємо гостим, вам лошадок. за вашу таку велику роботу, тому що дійсно ви велику користь приносите нашому місту і цим тваринкам, які заслуговують на своє життя.